Макет Маузера C96 с прикладом от фирмы Денникс. Интернет-магазин «Попади в десятку». Эта модель выполнена из металла, окрашенного в черный цвет, и деревянных накладок рукояти. На ее конце находится кольцо для крепления ремешка. Без приклада длина пистолета составляет 320 мм, а его масса 1 кг и 250 граммов. Ствол здесь хоть и не сквозной, но отверстие у него достаточно глубокое. Курок здесь можно взводить. Это делается как отдельно, так и во время передергивания затвора. По нажатию на спуск происходит имитация выстрела. Целик у макета подвижен, но его нельзя фиксировать на какой-либо дистанции. При отведенном назад затворе можно увидеть пустую шахту магазина. Кобуру приклад можно присоединять к пистолету. Делается это с помощью специального паза, находящегося на его рукояти. Приклад изготовлен из дерева и металлических деталей. Во время присоединения к пистолету он фиксируется специальным механизмом. Для того, чтобы приклад отсоединить, нужно нажать на клавишу рядом с рукоятью. Сзади у кобуры есть крышка, которая открывается по нажатию на кнопку. Под нее пистолет можно убирать, превращая кобуру в приклад. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.